Достойный этих людей. Христос воскресе! Христос воскресе! Многолюдные патриархи, можешься пошел до Джон Кирилле. Ваш святейший патриарх Московский, всея Руси Кирилл. Агии патерес, санфишер Богочес, русский сетизия. Отцы, святой православный, братской русской церкви. Макариорте, архиепископы, атинонки, пальцерады, чей Кирилл Иероним. Ваше блаженство, блаженнейший архиепископ Апийский, всея Лавы Иероним. Агии патерес, Богочес, Никиза Кирилл. Святые отцы православные, греческие латы церкви. Аксиот мне прошлый Никиш Политес, Кирилл Улефтес, Кирилл Лимати. Уважаемые представители греческого государства, сенаторы, господа мэр. Аксиот мне прошлый Донорно Динамо и Кожуманно Свалья. Уважаемые представители вооруженных сил, органов безопасности. Филипп Модес, Агапитер, Альфи, Пальносудес, Экпонки, Россия. Друзья, горожане и возлюбленные братья наши из Фонда и России. Возьмем с Испании, что на Гранон, Сан-Запефино, Токадоси, Заде, Сермия, Боксе, Ахеотерске, Сирикоте, Спольте, Сарада. Как мэр города Гранон, я обращаюсь к вам с приветствием и добро пожаловать в этом одном из древнейших исторических городов Греции. И епископ Тисо Седо, а подели и дети, и тими, кепущая, плющая энергия, я обучу вас, καθώς και βαθιά συγκίνηση, αφού ένα μεγάλο μέρος του πιστού αυτού λαού είναι παλινοστούδες αδελφοί μας εκ του πόντου και της Ρωσίας. Ваш визит сюда является для нас особой честью и щедрым благословением для всех нас, а также мы испытываем глубокое волнение, поскольку значительная часть верующего этого народа представляет собой пересечившихся за Греции наших братьев из Фонда и из России. Η σερτή παρουσία σας, Αγιώτατε, τη συγκεκριμένη γεωλική περίοδο που η Ελλάδα μας περνά, αγωνιώδες και δύσκολες ώρες, είναι για εμάς πηγή δύναμης αγωνιστικότητας και ελπίδας. Ваше присутствие здесь, ваше святейшество, в этот конкретный исторический период, когда Греция проходит через трудное время, для всех нас ваш визит является источником силы, подвигает нас на борьбу и надежду. Με τις ευλογίες σας και τις πατρικές ευχές σας, η Ελλάδα μας θα νικήσει και οι Έλληνες θα μεγαλουργήσουν και πάλι. Ваше благословение, ваше отечество и молитвами. Греция наше слово победит, и греки слова будут творить великие дела. Ευχαριστώ τα προκλινόμενα, η συνημετέρα αγιότητά σας και εκφράζουμε βαθύτατες ευχαριστίες για τη σεβάσμια παρουσία σας και την πόλη μας. С глубоким почтением я кланяюсь вашему святейшеству, и мы выражаем нашу глубокую благодарность за ваше присутствие в нашем городе. Το δημοτικό συμβούλιο, συνελθόν εκτάκτως, αποφάσισε ομόφωνα, όπως αναγγείλει την ημετέρα αγιότητά σας σε επίτιμο δημότητα της ιστορικής πόλης των Αγαρμών. Και ο δήμαρχος αυτής της πόλης σας παραδίδω το κλεισό φιλί της πόλης. Муниципальный совет, собравшийся на чрезвычайном заседании, единогласно решил объявить ваше святейшество почетным гражданином исторического города Гранон. И в качестве мэра этого города я хочу передать вам золотой ключ от города. Ваше святейшество, агиоты, святейший патриарх Московский всей Руси, агиоты, патриарх Московский, пошел на Руссион. Я искренне благодарю вас от имени десятков и сотен тысяч подписков греков России по всему миру. Что вы сложно, вы нашли время посетить место компактного проживания понтийских греков, русскоговорящих греков. Я
По поручению тех, кто стоит сегодня на площади, и за особый ваш вклад в судьбе нашего народа, я хочу вам передать копию иконы Божьей Матери Сумерской. И вы знаете, что вы сделали, чтобы монастырь Парая Сумела обрела свой исторически правильный вид. За это вам большое человеческое спасибо и низкий поклон. Мы молим Господа Бога, чтобы Он сохранил вас для наших народов. Наша любовь и любовь Господа Бога к вам она сохранит. Многие летом наш святейший совет. Πανελλήνιο χώρο, τον Ιρήσιο.